для разведку, ну и, в принципе, сплит-выход, по идее, будет абсолютно спокойный на бэплэнд. Просветка, ну и совсем, я думаю, несложно здесь будет. Хотя посмотрите, какой вообще развал пошел, а им атак. Кикимара, что ты делаешь? Но Валдер пытается, конечно, спасти этот раунд. И, в принципе, все может произойти в ситуации 2 в 4. Дино остается один, и вот-вот вам, пожалуйста, и экономический раунд, и заход на точку Б. Да, Дина сейчас в ситуации клатча, но на самом деле Дина отмечен как клатч-министр команды Рокс, и при этом у него, конечно, и по закупу все получше, так что здесь, я думаю, его вообще вот нельзя списывать со счетов, особенно учитывая то, что эпиков вообще на тычке 12 хп у эпиков. Ну, камон, здесь, конечно, отыгрывать будет очень сложно, Дина! Что за раскидочка? Ну и давайте посмотрим теперь уже против Анжика. Ситуация 1 на 1, устанавливается спайк. Ну и тут чисто стрельба должна решать в этом... Да ладно, Дину, красавчик, все-таки спас раунд. Для тебя реализует в этом заходе на сайт. Недавно общался с Ангелом Джонтой, и они сказали, это просто один из лучших девайсов в игре. Ну, надо, конечно, уметь работать. Шерифе, ну, пока начинается все неплохо для Аима. Так, Артас работает очень четенько, и здесь, да, Анджик дожимает очень легко Биска, ну и, в принципе, пока что без проблем. Немножечко агрессии от Аима так, ну и парни на первой карте пытаются все-таки довольно быстро выровнять ситуацию, но все, самое главное, конечно, что будет дальше, как пойдет игра в следующем раунде, экономика будет очень важна. Ну и все-таки последние попытки от Стэдди, Дина и Вайлдера все-таки как-то поменять расклад в этом раунде, возможно, вырвать какой-то клатч. Вот первый пошел, это был Артас, но ситуация уже 2 в 4. Дина здесь, конечно, попытается немножечко дать тамашки, но понимаем, что ситуация довольно непростая. Ну и вряд ли Ракси смогут как-то забрать этот экономический раунд. Ну, посмотрим. Да, в общем, сейчас Валдер пытается, конечно, как-то работать с шарта. Уже на одном хп остается игрок команды Рокс из Екатеринбурга. Ну и все, это ТП-аут. Валдер, однако, нет, не уходит до конца. Как он рискует? Ты смотри, столько пуль проносится мимо Валдера, а ведь он идет на сближение. А ведь он хочет дать хотя бы какой-то фраг, выбить хотя бы какой-то девайс. Хотя два, кстати, один, прошу прощения, уже выбили. И вот второй было бы круто, но нет. Стэдди, слишком хорошая позиция. 2-2. Тут энгейджит именно на аплет. Ну и пошел ультимейт от Брича. Так, заход отличный, еще и Дино дает энтри. Ну что же, немножечко расчистили себе пространство. Ну и теперь уже, наверное, тут, в принципе, экономика, конечно, есть у Aim Attack, но, наверное, стоит задуматься и о сейве в такой ситуации. Просто развален плен за считанные секунды, хотя вот Эпиков, Хакимару продолжают драться, дали небольшой размен, но сразу же в ответ уверенная игра в исполнении команды RockSkiz. Третий раунд за ребятами, взяв ЛТВ, идет за ним. Так, по идее, сейчас есть информация. Ну и вот немножечко по контакту, нет, Дином. Уже на другом участке карты забирает Артаса, энтри для атаки. Ну, слушайте, тут еще чуть-чуть, и так, в принципе, экономика и раунды посыпятся у Aim Attack. И действительно, ну, по чуть-чуть, и RockSkiz понимают, что нужно делать уже в этом матче. Ну, и перехватывают потихонечку инициативу. Осталось тут дело за малым, выбить в очередной раз экономику, додавить сейчас раунд на точку Б. Но это будет непросто. Посмотрим, что здесь делает Валдер. Но здесь абсолютно пока что спокойная ситуация. На Б там уже пошел. Полный замес, и вот Кикимару с Эпиком, ну, неплохо. Ребята сейчас очень уверенно принимают точку, и стрельба просто на высшем уровне. Остается Стэдди с Биском, и в 2 в 4 вот ожидает, ребят, очередная непростая ситуация. Но, возможно, Стэдди сейчас здесь все-таки накрутит парочку соперников. Эпиков, уверенная стрельба, Биск, размен. Но, опять же, есть по нему информация, и Биску будет сложно. Но, может быть, первый клатч мы вот в ближайшее время увидим мощный, но не сегодня, говорит Анжик. 5-3. Все-таки переход очень быстрый, молниеносный на бэплэн. Правда, поджим, возможно, все-таки еще сработает. Там Анжик может дать минус, мне казалось. Но нет, тут забирает вообще стадии Хакимару. Итак, сейчас ребята, в принципе, уже практически заняли асайт. Я думаю, ретейк будет очень сложным для Aim Attack. Они вдвоем, втроем, прошу прощения, но тем не менее, они в меньшинстве. Однако уже два хила от Артаса, Дина. Ай-яй-яй, сейчас, может быть, он мог выиграть пристрелку, но не получается. В итоге стадии последнего нашивают смоки. Все, конец. Aim Attack очень неплохо с полу форсить. Можно себя довольно быстро загнать в экономическую яму. Ну, опять же, возможно, что-то в этом матче пробуют ребята из команды Рокс. Кстати, падает фол у нас, размен от Биска. Но, опять же, пробовать вот в плей-офф, наверное, это не самый вот все-таки лучший вариант. Возможно, все-таки такая была установка. Далеко не отпускать соперника по экономике. И получалось, может быть, у ребят до этого. Но пока все очень-очень непросто. Да, тут проверка по камерам, что происходит у нас.
Но, кстати, засветил там, по-моему, ну, тут не знаю, сколько он игроков сейчас увидел в этой ситуации, но смотрим на то, что у нас там делает аим-атак. Да ничего, она просто убивает, убивает команда, заходит на точки, и все-таки вот с этим набором девайсов действительно на этот раз у Роксов ничего не получается. Валдер, Дина вдвоем, Дина все-таки с шерифа вырубает Эпикова. Ну и может быть, что-то еще будет. Как думаешь, пойдут до конца или нет? Да надо, наверное. Чё сейвить? Стингер и шериф. Я думаю, Дина сейчас, в принципе, игрок, который может попытаться. Есть на инфу дрон. Хотя он выдаст позицию, наверное, лучше не запускать. В итоге выходит Смоков и бум! Сразу же от Анджика шот. Конечно же, здесь не пропускает и второго Анджик. Ведет свою команду в атаку. Дрон пошел. Ну, немного инфы ребят собрали. Попытаются просветить точку. Ну и есть игрок в хевене. Но как-то да, нужно дождаться хелпы. Все-таки... Спайк установлен, и очень четко умудрились зайти ребята из аим-атак на точку. 5-5 ситуация. Да. Сейчас, я думаю, ребята из команды Рокс, в принципе, способны сделать этот ретейк. Есть возможность занять выгодные хайграунды. Мы видим, что Биск на башне А. При этом тиммейты со всех сторон подходят. И пошел ультимейт. Под ним сейчас можно разбираться, допустим, с Анджиком. Пошел за пуш в лампу. Анджик в стане все-таки не перестреливает Дина. Ну, посмотрим, как это будет развиваться дальше. Да, Дина, Дина, очень важный минус в этой ситуации. Там пошла стрела. В этот момент Стэнли забирает Биска. Вальдур размил. Что ж такое? Кикимару минус Дина. Стэди Эпиков. Какое мясо здесь на точке. И в итоге вообще напряженная ситуация. 2 в 2. Валдер остается один. Да ладно, походу аим атак получится сейчас забрать этот раунд, либо это будет очень шикарный момент для Валдера. Оказаться вот здесь, в хелпе, и, ну, вот он, ответственный момент для ребят из аим-атак. Да, конечно, мы там еще делали прогнозы, мы аналитики, друзья, но тут большинство матчей, вот честно, там, 55 на 45 и так далее и тому подобное, 60 на 40, например. Анджик все-таки важный минус находит, вырубает Вальдера, и не только его, с тиммейтами тут еще и Стэди. Получается забрать на точке, и это совершенно другой расклад, ну, теперь уже все гораздо проще для атаки. Анджик, Эпиков. Ну и походу все. Здесь остается фол без шансов. А ты намного проще делать. Но, смотря, опять же, какой план, какая карта. Ставится спайк, ребят. И пока 5 на 5 ситуация с установленным спайком. Ну и уже свои базы возвращаются потихонечку на Роксы. И просто момент всего матча, получится или не получится сейчас выйти на этот ретейк. Но все-таки пошли, хотя Анджик принимает довольно уверенно. Там первым падает Биск. В этой ситуации у Кикимару неплохая позиция. Забирает фолт, хотя размены пошли очень жесткие. Минус Стэди. Дина дает минус. Стэнли все-таки останавливает пока что всю эту ситуацию. Ну и обезвреживание спайка. Отпустил. Отлично играют Роксы. Все-таки спайк будет обезврежен. У меня просто звука, друзья, извините, нету вот сейчас. И ребята из аим-атак предыдущие раунды действительно сплитовали очень неплохо. Но начинается все с очередного минуса от Биска на длине точки Б. Ну, правда, это такая себе была разведка. Хотя, по-моему, Роксы уже понимают вот стиль игры атаки. Моментальная перетяжка. Третий уже здесь находится на пленте. Ну и по ходу Рок сейчас прочитают действия оппонента и закончит раунд. Фолт В, минус 2. Все, приехали. 5 в 2 ситуация. И тут просто нужно дожать абсолютно спокойно этот раунд. Да, спайк еще ребята не видели, но уже количество игроков, агентов на карте говорит о том, что, скорее всего, Рок здесь справится в этой ситуации. Биск, да, важнейший минус дает. Ну и вот он, вал через длину точки А сразу. Уже здесь просто врываются на плент ребята с ноги, и я думаю, да, здесь они церемониться не будут со своими соперниками, просто продавили с позиции силы точку А, и ну вот тут нет, тут хотя вот есть момент хороший для Биска, минус шерифа, и можно подобрать сейчас вроде бы девайс, но да, тут просто потушили, не дает никаких шансов ребята из аим-атак, и начинают биться очень даже неплохо, не отдачку Б. Ну, посмотрим, как здесь по размену, по ситуации сейчас поймут ли Рокс, что происходит, какая будет вообще перетяжка, законтролят ли карту, плюс поджим этот со спины еще. Непонятно, как там будет дальше действовать игрок, но после первого контакта Стэнли забирает все-таки Биска. Ой-ой-ой, Эпиков, Артас! Что это было?
Что? Да еще одного Артас! Ай-яй-яй, просто стреляет по головам, как отец этой игры. Мне кажется, Full TV последний. Ну что ему делать? Вот здесь сейвить, девайс важный, девайс приятный, при этом способности тоже есть. Наверное, не хочется терять ни армор, ни фантом. Однако, дадут ли ему унести в следующий раунд эту винтовку, конечно, тоже большой вопрос. Эти в опасной близости с оппонентом перестреливает. Неплохо. Минус опеков. Дальше игра с коннектора. Ну просто душат со всех сторон, подступают им атак. Full TV еще один фраг. Трипл килл Full TV. А что творится? А что происходит? Ну, я, конечно, да, здесь даже при этом выигрыш раунда от команды Rox практически невозможен, но Full TV это просто... Сплит-выход на точку А готовится им атак, причем по ходу с ноги там ребята будут залетать в этой ситуации. Все-таки нужно ближняя дистанция и, конечно же, вот игра по размену. Ну да, тут просто без шансов исполнения стеди. Отличная стрельба, минус эпиков. Спайк установлен, ну тоже неплохо, но, наверное, на этом успехе команды Аймотак в этом раунде и закончится. Но это не точно, сейчас посмотрим, потому что всегда можно нафейлиться на ретейке и всегда можно, в принципе, раздать шерифа, если тебе позволит оппонент. Ну, в принципе, да, занять сейвовые позиции, close range fight, и посмотрим, как он сейчас пройдет. Залетает очень неприятная раскидка от брича в команду Аймотак. Ребята с шарта, точнее, Андер пытаются действовать. Стэнли, прошу прощения, дабл килл, трипл уже в целом от команды, бис, минус, и Full TV двоих закрывая в конце раунда, все-таки приносит пятый для команды Rox. Да, это было близко, слушая Аймотак, могли действительно просто взять и развалить Роксов, чуть-чуть побольше бы залетело. Да, я уже думал, что все, Хели, если честно, я думал, все, просто... Много инфы дает по команде оппонентов, и Роксы должны этим пользоваться. Мы видим, смотри, они ведь уже подтягиваются к Бэпленту, и ретейк обещает быть очень хорошим, если бы Анджик тут же не дал энтри-фраг по Дина. Да, 11 хп у Анджика, но тем не менее это был крайне важный, на мой взгляд, фраг, который может позволить сейчас удержать этот плент. Однако камера стеди только сейчас спалилась и дала очень много инфы. Так, ну давайте смотреть, был поджим лонга, возможно, он еще и как-то дальше там зарешает в этой ситуации. Потому что, да, там нужно выкуривать из окна как-то ребят и все это укрепление перед точкой Б, потому что к пленту так будет довольно сложно подобраться. Нам показывает пока что Биска. Собирает информацию, отлично вырубает Хикимару. Фол также подключился, минус Стэнли, но здесь эпиков ворвался немного. Артас, минус от Full TV, минус от стеди, размен от эпикова. В итоге ситуация 1-1, но по хп у эпикова есть явное преимущество, но он получает на голове и походу, да, стеди берет этот раунд, друзья, это... Очень важный и ключевой по ходу момент. Вот то, о чем мы неоднократно упоминали, ретейк. Ретейк пошел, и Анджик тут же дает фраг по биску. Однако трейды равные, Full TV не перестреливается. Большинство за Аймотак, но опять же 3-4 абсолютно нормальная ситуация. Спайк начинается передвигаться и смещаться под точку С, закрывают окошечко. И, ну, даже проверили еще там двери, ребята, ну и в этот момент они тут вообще пытаются жестко обмануть сейчас своих оппонентов. Единственное, вот, да, видел, по-моему, стеди сейчас в Дафхевене, либо ему там тиммейты подсказали. Ну, вот уже пошел контакт, и, конечно же, тут и хилпа довольно быстрая будет, но посмотрим, возможно, все-таки стеди там зацепится за свои минусы, хотя с его количеством хп это все непросто. Хотя бы бомбу поставить уже будет неплохо в этой ситуации. Есть спайк. Опасная игра, конечно, со стороны стеди. Ой, в хелпу как зашел агрессивно стеди, конечно, наказан. Конечно, на 20 хп здесь не должны были проигрывать в пристрелке ребята из команды Аймотак своему оппоненту. Есть еще один фраг для Роксов. Дина, что творит? Первый фраг. Дальше может выходить в спину. Однако вовремя развернулся Артас. Ну, ого, вот это да, еще и прочекал. Ну что, давай посмотрим, как кто кого закрутит. До первого хэдшота идет игра. Дино, и еще раз Дино. Но вот в этом раунде придется подраскрутиться Full TV его тиммейтам, потому что с шерифами явно будет сложно. Артас уже даблкил делает, и втроем на эко-раунде я даже не знаю, что придется дальше выкручивать Роксам. Да, там отлично отработали, конечно же, ребята, заходят на центр. Ну вот Дина подловил одного, стеди в ответ с окошка, хорошо, здесь минус Анжик, повесил еще один хэд. Да, Валдер красный, конечно, обидно, Дина немного тоже погрызли. Но вот если так и дальше будут наворачивать хедшоты, ребята, это будет очень люто. Пошел дрон на Б. Немножечко собрали информацию, ребята. Вот в ответ посмотрим, что сейчас будут делать Аймотак. Ну, пока остается... До последнего готов Б принимать, поэтому я думаю, там легкого файта у Роксов и не ожидается. Вот Дина сдает ультимейт. Здесь есть тут же фраг по Стэнли. Наверное, неприятно открылся.
Вообще такое залетело. Здравствуй, просто как дела? И уже все не так и весело. Хотя по-прежнему, вот мне кажется, больше шансов на взять этого раунда у команды Aim Attack. Но вот один хороший эпизод, вот еще один хедшот, 3 в 1, это будет все. Либо вот такой размен против Эпикова. И Хикимару должен тащить очередной клатч. И в принципе это реально, но вновь тут Валдер и Дина. Эти ребята умеют разыгрывать такие ситуации. Спайк. Да, суровый уральский Омен Валдер, на самом деле, отлично действует. 12 хп большую часть раунда у игрока, а он приносит такие фраги. Так, Кимару выходит на плент. Здесь два игрока на лоу хп, в принципе, клатч абсолютно выигрываем. Однако нет клеток у Хикимару, и вот не удается создать себе какой-то спейс в этом открытом пространстве, поэтому придется здесь полагаться только на им и на хладнокровие. Ну что же, а им тут, я думаю, с таким количеством хп будет в порядке. Вот первого забирает. Ну и тут вопрос. Вот просто первого контакта, первого выстрела. Отлично, отлично играет здесь Хикимару. Так, что тут забрать нужно что-то? А все, а времени не успел? Нет. Да, карту. Ну, остается только пожелать им хладнокровия и сосредоточенности на своей игре, а не на счете сверху. Итак, фолтовые. Очень опасная позиция. Здесь ребята крайне близко друг к другу находятся. Мы видим, что Анджик, в принципе, в шаге от того, чтобы сделать фраг по оппоненту, как и фолтовые. Мне кажется, здесь может быть даже фолтовые в преимуществе, потому что Анджик явно не ожидает, что настолько близко к нему окажется капитан вражеской команды. Да, вот Фол любит эти моменты с поджимами, но опять же посмотрим, какие планы у Aim Attack. Планы пока что, походу, передвинуться на точку С, вот потихоньку и спайк, и да-да-да, все игроки начинают смещаться под эту точку. Вопрос, как будет действовать Рокс, они так более-менее спокойно играют в этом эпизоде. Фол уже находит все-таки этот минус, отлично сработал на поджиме. Ну и все под ульту, ребята без проблем должны сейчас ставить спайк, отличная позиция у Биска на подиуме, в принципе выход с хелпы обещает быть крайне сложным для ребят из команды Aim Attack, но здесь Стэнли оформляет фраг по вражескому снайперу, ребята дальше могут играть. У Стэнли и у Артаса есть флешки, под которые можно показывать агрессию, однако Валдер не словил ни одну из них и может продолжать дальше уверенно играть. Дина даблкил, а я и последний игрок команды Aim Attack, и сейчас 12-й может быть. Кажется, они вот по логике вещей, они сейчас за время этих эко и полубайных раундов должны были понять, как играют Aim Attack, понять, почему они эти раунды отдают, и вот сейчас с полноценным баем душить. Что они пока что и делают? Отличный заход на плент, да, фрагов нет, но спайк уже точно установлен, и время начнет работать на команду Рокс. Зажато очень как-то играют Aim Attack, сейчас выходить на ретейк будет крайне сложно против оппонентов, которые взяли ключевые позиции, которые выиграли по таймингам, и которые даже не потеряли хп. Ну да, тут почти какой-то явно упор был совершенно на другую точку у ребят из Aim Attack, ну и такой наглости просто с ноги на плент, видимо, они не ожидали. В этом раунде Биск отлично начинает этот прием точки, вырубает Эпикова. Здесь попробуй еще из колпы залетает, залетит, тут просто тебе нашивают просто в 5 стволов, и это 13-й раунд для Роксов. Отлично.